Действительно ли наступает последнее время, и демоническое влияние усиливается? В таком случае, не настала ли пора христианам сделать практику изгнания бесов нормой для общества? В прямой трансляции на канале ТБН в Ютубе обсудим, правда ли бесы могут находиться внутри человека? Или одержимость – это просто психическое отклонение? Можно ли с помощью обряда изгнать беса? Неужели Антихрист уже действует среди нас? Не пропусти новый проект ТБН, специальную трансляцию или стрим «Christian Life». Это обсуждение актуальных событий в жизни верующих и роли христиан в жизни общества. Своим экспертным мнением поделятся Генри Мадава, Илья Федоров, Василий Витюк, Наталья Болдина, ведущий Томас Кристиан. Только в Ютубе и социальных сетях. В четверг, 22 апреля в 20:00 по московскому времени. Ждем тебя!